20 апреля Сергиево-Посадскому историко-художественному музею-заповеднику исполняется 100 лет со дня образования. Ровно век назад Совет народных комиссаров утвердил декрет об обращении в музей историко-художественных ценностей Троицы Сергиевой Лавры. Благодаря этому декрету стало возможным сохранение Лавры в ее границах как музея. Декрет был подписан лично председателем советского правительства Владимиром Лениным. Все здания архитектурного ансамбля и ценности были обращены в музей, что позволило сохранить целостность коллекции. Так что памятник Ленину напротив Лавры в чем-то символичен. До 2000 года все экспозиции фонда музея находились на территории монастыря. Около 200 тысяч экспонатов – богатое собрание ризницы с лучшими образцами древнерусского искусства, которую называют второй оружейной палатой. Крупнейшая коллекция народного костюма, живопись, графика, памятники археологии. На основе научно-технической документации, подготовленной сотрудниками музея, в 1993 году архитектурный ансамбль Троицы Сергиевой Лавры был включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В свой день рождения музей принимает поздравления от друзей. Теплые слова прислал президент Союза музеев России Михаил Петровский. Но, наверное, самым неожиданным было получить поздравительную телеграмму от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он высоко оценил работу сотрудников музея и пожелал успехов. Сейчас музей работает дистанционно. Каждый день в группе ВКонтакте музей размещает интересные видеоэкскурсии. Мы с вами находимся в музейном комплексе «Конный двор». Это южный корпус. Здесь располагается экспозиция «Троица Сергиева Лавра. Архитектурный ансамбль. Страницы истории». Одна из самых ярких этих страниц – это героическая оборона Троицы Сергиева монастыря в эпоху смутного времени. Обычно все знают музей по постоянным экспозициям, по нашим выставкам. А это лишь маленькая часть, как айсберг. Все, что мы, чем мы владеем, что мы изучаем, храним, на многие-многие, вечно храним, так скажем, это наши фонды, и мы особенно заботимся о них. Не всегда получается показать широкому зрителю эти сокровища. И вот этот год, год столетия, как раз время показа сокровищ наших фондов. Ну вот так получилось, что этот год еще и на прочность музей тоже испытывает, на нашу верность посетителям и верность наших посетителей музеям. Музей, как и прежде, в любых условиях продолжает свою просветительскую работу, приобщая всех к великому национальному наследию.